В Муравленко стартовал окружной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель Ямала». В нем принимают участие 11 педагогов дошкольных образовательных учреждений со всего округа. О церемонии открытия и конкурсных днях в сюжете Нины Гультяевой. В окружном конкурсе за профессиональное первенство соревнуются 11 конкурсантов. Муравленко представляет воспитатель детского сада «Дельфин» Надежда Хайдукова. 5 финалистов будут определены в ходе заданий первого тура. Конкурсная комиссия оценит творческую презентацию и проводимое конкурсантами педагогическое мероприятие с детьми. В ходе этих испытаний мы надеемся выбрать самого лучшего педагога, который и будет защищать честь Ямала на всероссийском конкурсе. Как в сказке, 30 лет и 3 года. Именно столько составляет стаж работы участницы Салехарда Елены Мардановой. Педагогический опыт и профессионализм позволяют ей чувствовать себя уверенно во время конкурсных испытаний. Здесь важно мгновенно найти подход к детям, которые видят педагогов впервые, поднять их эмоциональный настрой, в игровой форме донести новые знания. Дети на занятии вели себя просто великолепно. Они показали очень хорошее знание, были активны, внимательны. Глазки у них сверкали, светились, им было очень-очень интересно. Для воспитателей из города Лабытнанги Натальи Смотровой участие в конкурсе такого уровня в новинку. В профессию пришла из школы 3 года назад, поэтому перед испытанием без волнения не обошлось. Очень волновалась, конечно, но когда началось занятие, волнение куда-то ушло. Включились в работу. Пыталась детей заинтересовать, не до волнения было. Второй тур конкурса включает в себя проведение мастер-классов, лекций и ток-шоу на тему «Педагогический разговор». Имена победителей окружного конкурса и тех, кто будет защищать честь Ямала на федеральном уровне, станут известны 5 апреля. Нина Гультяева, Юлия Сидорюк, Владислав Дроботов, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко.